17 апреля в Одинцовском округе приступили к выполнению работ по нанесению дорожной разметки. Восстанавливаются пешеходные переходы и тактильная плитка. Проводится покраска бортового камня. Дорожные и коммунальные службы уже отработали ряд адресов в Одинцово, Звенигороде, Заречье и Ершово. К качеству выполнения работ предъявляются самые высокие требования, заверил глава округа Андрей Иванов.